А что, там никакого отдыха не будет, что ли, я не понял? Я думал, еще раз. Отдых. Я тогда еще был мелкий пиздец, типа, игры тогда только набирали. Пускай так будут. Мало кого за 50 колец и дважды подпрыгните. Перелистываем уже к самому интересному. О, нифига, куда сиджать? Пиздец, Светку, пиздец, кого-то. Изработчики, с вами снова Карл Джексон, а мы с вами опять записываем аниме Ютубер 6 глазами нейросети. Я беру известную фотку, фотку известного, по крайней мере, ютубера, который показывает свое лицо. Вам они может быть известны, может быть неизвестны, я попробую превьюху поставить самого известного ютубера для вас, может быть, не знаю. Мелнием, это... Сейчас вам покажу, кто это такая. Такая, а не такой. Да. Так. Мелнием. Вот она. Видео. Популярное. А может есть трансляция? Ну-ка, популярная трансляция вообще. О, пускай вот это вот, реакция на России 23 стрим. Что, лайк. Пам-пам-пам. Пам-пам-пам. Если что, можно ее тут сфоткать, но... Попробуем ее тут поискать. Раз в неделю на этом канале я провожу трансляцию. Мил Нием была подруга. Так вот уже. Надо тут. Закрываем. А мы, по-моему, уже... Блин, чуваки, я не помню. Я не помню. Да почему-то я побыл. Я же не помню. Ну-ка, если Мил Нием, боевая подруга. Костя, привет. Да, видосики там, а чай. Как было-то, чуваки, я же не помню. Вася, вот так вот боевая подруга, Мел не ем. Да, это было. Боевая подруга, Мел не ем. Хорошо, дела. Если кого-то интересовало, где я пропадала, пропадает, у меня есть канал, где я там часто провожу трансляции. Вот. Но вероятность того, что... Лаврант, привет. Скорее всего, мне придется другую фоткать. Может, можно вот это вот сфоткать со стрима. Реально, чуваки, это самый топ, если я не нахожу... Это... Это какая-то кумарная, вы знаете. Эй! Короче, если... Я вообще... Не найду... Если не найду ютубера... В картинках, в Яндекс картинках, то тогда просто беру и как? Ну чего со стрима, если стрим есть, то со стрима просто беру фоткаю. Смотреть. Ну что же любят все болтать в начале стрима, а потом уже. Смотреть видео. Особенно на весь экран тогда. Типа по памятам. Объясняю почему, потому что такую штуку, как типа смотреть видео за донаты, я перестала таким заниматься, потому что вдруг человек попросит что-то смотреть такое, за что мне потом прилетит на стриме. Вот. Ну, вот, кстати, да. Я не знаю, что там он просит чек. Поэтому такое я перестала практиковать. А если, вот, например, ты тогда просто попросишь посмотреть какое-то видео, я посмотрю, а потом еще кто-то посмотрит, а я не посмотрю, тот человек... Мел не ем, так. Потом ага, ну что тогда закидываем? Так, действительно проще и комфортнее. Закидываем и... Что-то выбирать. И ну или самой. Что-то придумывать, что смотреть. Не знаю, раз в месяц. Никому не было раз в два месяца. Я очень переживаю. Раз в две недели. Короче, какие-то там эффекты новые появляются в стиле. Эффекты. Эффекты. Немножко кумарная. Вот. Жаль, что я не пью кофе, потому что как бы я... Появился хоррор-версия 2, я не знаю. Версия 1, кому не ладно. Эх, ты же опять, вот опять, вот опять, он всё какую-то дичь. Пожалуйста. Он не видит тут человека.
Где человек? Покажите мне, ну, где сейчас, человек? Нету человека. Оживусь. Собака. Нейросеть вообще... Чокнулась нейросеть это. Она не знает, где тут человек, я не знаю, где человек, так что я не буду никого рисовать и все. Чуть позже поговорим про голосование и кто голосовал, кто в курсе. В группе ВКонтакте я строила голосование по поводу... Ну я блин, сейчас сука, ты издеваешься надо мной? Костя, ах ты хитрый. Где написать можно под любым видео? Это нечестно. Ты нормальный. Здесь уже написано. Вот целый хитропост. Надо еще кто-то сюда. На самом деле, да, так ребята и делали некоторые. Не, что за хрень? Пробовала смотреть ролики Димы Никола. Да, я смотрела, по-моему, ролики. Ты пидор, блядь! Я бы не сказала, что я прям... Сука! Нормальную рисунку! Ошибка! Ошибка! Я ебанулся. Сука! Как так-то, блин, чуваки, я не могу не материться. И на этих видосах, глаза мне их зайти, пока, по крайней мере, аниме-ютубер, я не вижу смысла выбирать гопника, там, мента или терминатора, этого киборга-убийцу, буду только я, потому что... Как бы все равно это нейросети рисуют, не буду же я врать, то что типа. Хотя, конечно, терминатор, типа, я рисую, да, ага, нет, оу, зачем? Ладно, хрен с ним, пускай так будет. Нет, чё, она, сука, вот такая подстава, блядь, такая ёбаная подстава, он же Фрозу нарисовал, он же, сука, Фрозу нарисовал, ты сраную нейросеть, ты охренела, я-то крыса, а, я даже, если сегодня будет стрим Фрозы, я, в принципе, и скажу так и так, он какой-то девчонка какой-то, у которой нормально все со зрением, ну, с глазами, он, главное, нарисовал ей челку закрытую, а тебе не нарисовал, что за хрень, ладно, может, я не буду. Наверное, начнем видео, такая подстава, я лючуки, такая подстава. Да, да. Сколько времени прошло? 7 минут. Ничего, реально, мне так бомбит. Так нечестно, реально, чуки, вообще так нечестно. Сука. Ничего не прилетает, потому что там вроде... А потом все закрою, нет, своим. Ландау уже, блин, ну... Ладно. Боже, у Дениса Фарана шоу, у Мармока. Вернул Пауста. Просто Ландау. Просто видео популярное. Это что такое? Хуйно, впрочем, пускай. Привет! Анимации, да не простых, а анимации про Куплинова. Мы, короче, решили, нас попросили посмотреть нового для нас аниматора. Ну Ландау сейчас! Конечно, он какого-то там ученого нарисует. Блин. Куплинов играл против медведей из 2015 года. Я так понимаю, что это FNAF. Это FNAF. FNAF. Погнали. Ай, погоди. Пускай так будет. Опять я сфоткаю отдельно, блин. Только как его зовут? Ландау, Дива Ландау, Алина или как? Хрен с ним. Сберемся. Опять он рисует как-то через жопу. Она, нейросеть. Оно. Я не знаю, как еще назвать. Ну! Даже сохранить не могу. А, ну сейчас придется. Блин. Я, короче, просто сохраню скриншот, потом переименую в Ландау и все. Капец, ты чего хули так долго-то, блин, а? Сука, ебаная, блядь. Пускай так было. Все. Я так понимаю, что это FNAF? Это FNAF. 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 Погнали. Дисклеймер. Это видео содержит многие крики, визги. Не все не нагрузки. Да, и там как бы будет... Это новогодний спешл. Это Куплинов? Да. Нас ты бодр его? Засосало. И одежда поменялась. Ну все.
пятая Подожди, ночь. Подожди, а в 15 году вышло? Нет, он просто в 15 наверное, играл. Ты Кафнаф вообще старая игра или нет? Ну такая. Забылись как старая, но не особо старая. Она не особо старая. Да? Я уже помню, что видео смотрели про Кафнаф, но я что-то все забыла. Я тоже забыл, что мы смотрели. Вот так мы смотрим. О! До свидания, товарищ. А что там, никакого отдыха не будет, что ли, мне? Я не понял. Я думал, будет какой-то отдых, там, сборка сил, подготовка к новой смене, инструктаж, пистолет. Фу, какая страшная собака. Что? Фокси еще никого не обижал, да? Не работает. Закрой дверь! Не работает. Кончилась энергия. Надо закрывать дверь. Ты чё? Да, вот это вот гадость так и делает. Он постоянно так и делает. А, это который быстро говорит. Да. Реально самый страшный. Самый страшный, реально. Да, ты еще не успеваешь. Все. Вы че, ребятки? Вы же мне писали, что он не вылазит с самого начала. Он взял и вылез. Я не... Тоже так было. Я тоже, по-моему, играла. И да, он же сам начале начал по камерам отчекать и успел дверь закрыть. А, специально так говорят. Типа, он сначала не вылазит, нормально. Сначала там стримака поймает. Чтобы посмотреть, только, блин, он боится. Не буду поднимать камеру. Да? А это мне заяц кнопку сломал. Я молодец. Он просто хворением намазал. И волк вообще нормально. Ааа, не только хотел! Так! Делаю Вадиму в девушку. Естественно, я так не оставлю. Не нужно никакого правила, там 69 или какое там правило, 34. Не, правило 34 это порнуха, а. Похуй вообще абсолютно. Какое там правило? Правило, которое по смене пола. Мне страшно вообще абсолютно не буду. Что это? Кто это? Игра называется «Медведь». Жаль, позвонить не могу. Медведь. Чуть ли не 20 рублей в минуту снимают. КЗ, может быть, чуть позже тариф за 350 рублей плюс 150 рублей на смену тарифа подключу. Там вроде 30 минут и 10 гигабайт рублей, и в ней тоже входит стоимость. Месяц бесплатно. Может, он будет звонить. Звони до Петра Гудка и сбрось. Теперь понял, что тебе пришло сообщение. А золотого, чтобы они не дошли. Это уровень, мы да, не видели еще. Да, там ночь постарше где-то там. Как, блядь, я тебе позвоню-то, блядь, если у меня, сука... Шесть. Вроде бы 5, и вроде должен был быть золотой, но он еще к нам не прибегал. Мне бесит очень сильно все. Потому что из энергии... Да почему девушек-то он рисует-то, блядь, а? Не рисуй девушку, блядь! 3 рубля у меня, бля. Но жопа у него по-любому белая, потому что я сейчас напарю ее, потом она будет красная, синяя, а потом атрофируется, отлетит. Мне не хватает денег, блядь, иди нахуй! Пацан, что пришел? Чё поебать на этого я скинул Тормосяна, сам виноват! А у меня денег нету, чтобы ему звонить! А маме нету смысла писать! В смысле закинуть деньги? Мне там написано, сколько мне на ВТБшке. Я тоже не понимаю. Да, шо это? Ты что? За оно? Рисуй, блядь! Понимаешь, что ты симпатичный, красивый, но ты до свидания. Все, отстал. Заходи, еще, мне, в принципе. 79 рублей. Баланс 46 рублей. Ну, в принципе, можно по поводу окна? Ну, парень, ладно, хрен с ним, пускай так. Это более-менее парень. На Вадиму вообще не похож, но... Мне разница старается! Более-менее как-то. Наверное, я не знаю. Своим пустым, механическим. Пошло нахер сраная сигнализация. Я все, я сижу до 6 утра, ничего не знаю. Ты думаешь, меня испугает твои красные лампочки, что ли? Так. Да? Ты думаешь так? Ну давай, Кей. Нет, я не успею за такой. Все. Как с ВТБ? Так. Это падло меня пугало. Да ты посмотри, же его можно как комаров прихлопнуть, тупо прям. С ВТБ. О! А что он такой был? Ну Чика. А что он здоровый? Она, Чика, даже девочка. Перевести деньги на телефон. Ну правильно. Перевести деньги. На телефон. Опа! Первый пошел. И что надо было делать? Опа! Серьезно? Можно? Попасть в Билайн. Папа Билайн. Ты понял, да? Откуда?
У тебя онлайн, давай бегом. А ты кто? Я не понял, ты-то кто вообще? Право. Где? Шкаф, 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 шкаф! Опять налево. Право, право, право. Лево, лево, лево. Сейчас время запомню, я на паузу сейчас уйду. Лево, лево, лево. Потом продолжим. Вот он нарисовал Алину нормально, более-менее. Все. Сейчас на паузу уйду, потом продолжим. Что иначе мы все пароли спалить, а мне этого не надо. 15 минут только все я запомнил. Ладно, так, что там у нас дальше-то по списку, кто? Кэт неадекват. Хотя можно прочитать как сад неадекват, но сейчас... Еще посмотрим реально, как его Алиса-то прочитает, мне реально интересно. Типа... Ай, зачем? Зачем я это сделал? Реально, ну так вот, хоп. Как она это прочитает? Она. Как Алиса это прочитает? Понятно? Озвучить. И? Кат неадекват. Все-таки кат неадекват. Все-таки первая буква это буква С английская. Окей, так, ладно. Так, а что хотел-то? У него что, нету разве нормального его? Вот! Вот! Рустем. Пускай это будет. Оба. Ну и снова персонажи. Литва. Так, короче, ладно. Можно так. А можно. Не надо. Не надо. А да, собственно, надо его включить. Вот. Контроля. Самый популярный видосик. Включу, не знаю какой. Любой. Ну. Давай. 112 тысяч подписчиков. Ну, аниматоры. Могут быть. Да. Мой первый придумал. Ну, блин. НХС. Всем привет. Вы когда-нибудь летали на самолете? Если да, то как прошел ваш самый первый полет? Например, я умудрился за всю свою жизнь полетать всего пару раз. Да и то вместе с Юлей, да ее родной город на встречу. Получилось это неожиданно. Мы сидели за компьютером, как обычно вечером, незадолго до нашего отъезда. Я сказал Юле, давай заранее купим билеты на поезд. А то скоро Новый год, цены на билеты подорожают. А зачем нам ехать на поезде? Я на самолете хочу. И тут я подумал, я ж ни разу не летал на самолетах. Мы проверили цены на билеты в самолете. Они были дороже всего на 1000 рублей. И недолго думая, мы сразу их купили. И вот спустя пару недель мы выехали на такси в аэропорт ночью. И что-то мне немного стало сыпать. Юля начала меня сразу успокаивать, вроде как немного полегчало. Но когда мы доехали, уже началась посадка, я снова начал паниковать. Юля начала снова меня успокаивать, но мне не становилось легче. Юля начала волноваться, потащила меня в аптеку. Ну, понимаю. И нет, это не то, о чем вы подумали. Она купила мне успокоительную. Я выпил и... Ах, ты ж извращенка! Я сел у окна, Юля пересела рядом. Давай! Ты как? Все хорошо? И мы ожидали, когда самолет уже взлетит. Самолет начал движение. Я чуть сходу не отложил личину с подливой. Успокойся, все хорошо. Я сразу подумал о том, что забыл дома выключить утюг. Юля сказал, падла, сиди на месте, мы уже деньги заплатили. Я выключил сиденье и начал ожидать неизбежного. И тут самолет разгоняется, мы начинаем взлетать. Я сжал свой пердак, начал немного орать. Юля начала меня успокаивать, но я все равно орал. Она закрыла мне рот, я сделал ей кусь. Она не банула мне с ноги по щеке. О, да не! А она включила свое долбанное аниме и начала звонить. Так. В итоге мы долетели, я очнулся. Юля сказала. Ну прилетели, пупсик. Я обрадовался, вышел из самолета, почувствовал прилив сил. И было такое ощущение, как будто бы я отслужил в армии. Я был горд собой, спускался по лестнице вниз, иду к выходу. Юля останавливает меня и говорит. Ты куда, идиот? Мы в Москве, у нас пересадка, между прочим. Я посмотрел охуевшими глазами. Подписывайся на канал и ставь. Это все? Сука, какой нахуй эрор? Ты охренела? Хрень-то. Так, а как лучше сделать тогда? Если у меня все закончилось, тогда...
Блин, я боюсь, что меня за эту музыку могут забанить. Так. Ну, лучше вот это. Пом. Всем привет! С вами Кэтнятык. И сегодня... Чё, меня все видосы его пролайкал, пофиг. Давай еще раз. Я тогда еще был мелким пиздюком. Игры тогда только набирали. Пускай так будут. Мало у кого тогда даже были пивка, а у одного моего друга в то время как раз появился компьютер, и он сразу же позвал меня в гости поиграть вместе в разные игры. Первая игрушка, которую мы запустили, была... Это была офигенная игра с крутым сюжетом. Мы играли, мой друг играл, я смотрел. А я тоже хотел очень поиграть, но этот уёбок не подпускал меня к клавиатуре и мышке. Но понимаете, как это бывает, да? В сюжете игры главный герой едет в машину в ресторан, чтобы отпраздновать её дню. Да. Но по итогу разбивает вместе насмерть. Типа, да ладно! Это чистилище, что-то между райами. Да сюда. И его встречает какой-то, ВСА это было описано. 89 он... Ладно. Генералов. Плохо, пускай так и будет. То есть, блин, вы представляете, едете такой в ресторан, блин, отпраздновать с женой ЕДР, на после ресторанчика вы пойдете отпердолить ее там, блин, во все щели, так сказать. Ну а потом пойдете поиграете в какой-нибудь Марио. А в итоге, если ему так говорит, уничтожить вам армию демонов с четырьмя генералами во главе, блядь. Атмосфера в игре мрачная. Для того времени даже очень крутая. Игру не зайдет тем, кто любит тематику ада и рай. Так, что там по уже 45 минут надо. Ууу, нормально. Гоночки, там типа. Ведь можно поездить по ручному городу, но не поводёвываться своей тачкой перед друзьями. В эту игру мы играли через... Хеллплей, я же... Вы не поедем. Ну, просто хеллье. Я сразу же побежал просить диски с играми у своих друзей. Но в итоге они нихуя не дали, потому что они жадные пиберилы. Но в один прекрасный день я такой просыпаюсь, иду к своему компьютеру. А за хеллплей не было? Это были Diablo и Enclave. Вначале я установил Enclave. Это старый который я так реакция не понял. Хеллплей. Была возможность играть за несколько персонажей, как за светлых, так и за темных. А темных персонажей я узнал только тогда, когда прошел сюжетку за светлых. По ходу прохождения игры вы могли Полярная. Открыть свою броню, оружие, и у вас открывается... Ай! Это была одна из моих любимых игр. Я уже вызывал, что давайте дальше. За катун. Это легендарная игра, даже сейчас популярна. И именно во второй части Дьявола была неповторимая атмосфера. Мрачности сюжет, а это фоновая музыка просто. Ну короче, это была моя самая любимая игра. Первый раз в поезде. Сюжет заключался в том, что нам нужно было найти героя из первой части, который... Похрен на рекламу, вообще абсолютно похрен, что там реклама, вообще похрен. И опять же повторюсь, именно вторая, сука, часть была самой лучшей. Далее разрабы выпустили третью часть, но это был такой высер, что я даже дьявола язык не поворачивается называть. Так эти разрабы еще недавно... Стоп, зачем я... Ну-ка, Жопа. А, ну понятно, потому что типа. Кто? Кто это, кого? Знаю, что такое. Ааа, отстань от меня! Да блять, не нажимал сюда, отвали! Первый раз на дальняк едешь. Ага. Ничего, да, время тянется долго, но ты привыкнешь. Блин, она идет. Кто? Так, сиди спокойно и ни на что не соглашайся. Да кто там? Какой веб? Проводница. Так. Здрасте, мальчики, скучаем? Не хотите что-то к чаю? Нету чая, не беда, у меня полно добра. Подстаканники, журналы, просто диски, манго, чая. Хочешь водки? Ну уж нет. Знаешь, чей это ответ? Может, пиво? Нет, спасибо. А закуски тоже мимо? Золотой купи браслет. Может, сделаю омлет? Не ломайтесь, пацаны. Продаю даже трусы. С вами в поезде надолго. Деньги есть? Клади на полку. Извините, нам не надо ни зефир, ни шоколада. Можно просто посидеть и в окошко посмотреть. Если что-то пригодится, с вами свяжемся. Тупица. А пока что, мадемуазель, дверь закройте, дует мне. Ну, привет. Соскучились? Лично я безумно. Ладно, пофилонили немного, а теперь за работу. Погнали. Но сперва
Самый масштабный военный экшен War Thunder. Похрен, что реклама. Крупнейшая за последний год. Похрен, ну все абсолютно. В нем доступны современные сверху. Не впадло приматывать рекламу. И американский F-100 с самонаводящимися ракетами. Но не впадло приматывать осуждающие моменты. В рекламе нет ничего осуждающего. Автор покушает, как говорится. Кстати говоря, о еде, ну ладно. Кроме того, теперь War Thunder есть... Блях, как же ненавижу. Почему постоянно эррор-то? Ну что тебе эррор-то? У меня эррор мозга, что ли, блин, что ли? Техники на десятках. Ля ты крыса, а вот ля ты крыса! И все это стоповое. Что ты сложно нарисовать? Уже и так нарисован персонаж. Чего? По ссылке в описании и получай крутые бонусы. Собака. Сутулая. Они нейросеть упрямо. По городу на железнодорожном транспорте. Еще раз! В поездах по несколько суток. За это время глаз. Я видел одну вещь. Железная дорога, она как больница. Кого и что там только не встретишь. От бомжей-инвалидов до талантливых артистов. We are the champions, my friend. Мама, этому дяде плохо? Все нормально, дорогая. Таких людей называют олигофренами. Просто не слушай. Как-то раз до меня даже алкашка домогалась, при том, что ее бойфренд сидел рядом. Все нормально, у нас полные отношения. Да ладно! Я повидал... Сука, ты ебаная, блядь! Я ты пидорасина, блядь, крыса, сука! Ненавижу, блядь! Я привык к такому, в отличие от иностранцев, которые впервые садятся в наш транспорт. Сам видел подобную картину. Сажусь, значит, в электричку. До отправления остается минут 10. Недалеко от меня сидели какие-то гости нашей страны. Я понял это по их речи. Дальше случается следующее. В вагон заходит человек неприятной наружности и начинает раскладывать иконки на каждое сиденье. Я-то знал, что происходит. Это просто... Найди 100 отличий, блядь! Найди просто 100 отличий, блядь! Он просто под копирку просто. В чем разница, а, чуваки, в чем разница? Реально, это же... Представляете их мысли? Это что, в России... Да же стыдно это на превью ставить, чуваки, это же стыдно. Вот реально. Страшно, в общем плане. Нет, Билли, мы знали, на что шли, когда ехали в эту страну. Нам нельзя проявлять слабость. Господи, храни Америку. Папа, иконка пропала. Наверное, мы под копирку. Под копирку просто. Под копирку. До следующей станции и едем в аэропорт. А еще. Так, идем дальше. Это романтика. Snake Play. Поездку через всю страну. Я был возбужден, жаждал приключений. Это все было в новинку. Думал, увижу много интересного. Посмотрю страну, но спустя 5 часов и. Snake Play. Ага. Так, популярные. Снайки Фрос вернулись с Террарием. Ну пускай Террарием. Всем привет, лайк. Дорогие друзья, с вами Фрост и Снейк. Здорово, ребятушки. Вы не поверите, мы пришли играть в Террарию, в которую не, 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 сто лет назад играли. Ну как играл Юрец с парнишей, а я смотрел с своего шкафа, реально как Юрец играл просто от первого лица. Так, технически мы играем втроем, да. Мы очень-очень-очень-очень-очень давно играли в Террарию. Да, сказать, что скучал, это ничего не сказать. О! Это игра, в которой мы проводили очень много времени. Реально. Поэтому мы сейчас будем с вами создавать персонажа. Скорее всего, здесь добавилось, как я сказал... Фига, тут дедовку надобавляли, нифига себе. Персонажа мультик. Пойдёт! Да вообще ты иди. Слушай, а это что, я выбираю сапоги могу? Что это? Я не о, четко, четко, прям сразу на лицо сфокусировался, сфокусировалась нейросеть. Почему нет целиком зеленого зеленого? Зеленого. Ой, блин. Просто. Зеленого, так зеленого. Все, я буду прям максимально. Так-то зеленого синий, ну да ладно. Вау. Вау. Прикольно получилось. Погнали, низкое. Новое. Стоп. А, вот играем. Новое. Надо там создать и играть. Так, идем дальше. Что у нас там план? 13 минут, окей. Ну, 14 уже, ладно. Идем дальше. Посиделки у Реборна. Реборна мы уже вроде как рисовали. Нет. Что? Не помню. Мы наконец-то создали этот сервер. Пиксель Дэвил, блин, ну так понятно, блин. Ну, Фома, как
его ставим. Так, видео популярное. 20 минут. Опять Лего! Опять Лего. Лучше он стоил Knuckles Sonic. Hyper Sonic, Sonic, Knuckles или Tails. Присоедините к картриджу Sonic & Knuckles картридж Sonic 3. Соберите первые 7 изумрудов, прежде чем вы достигнете конца зоны Mushroom Hill. После этого соберите другие 7 изумрудов, прежде чем дойдете до конца зоны Lava Reef. Теперь только соберите 50 колец и дважды подпрыгните. Выглядел примерно вот так. Но проблема в том, что мой картридж Sonic & Knuckles не сильно-то от него и отличался. И фраза о том, что можно присоединить один к другому, звучала как полный бред. Однако же подобные секреты в моем детстве можно было найти почти в каждой такой книжке. Тогда я и представить не мог, что настоящий картридж Sonic & Knuckles от компании Sega выглядел совсем по-другому. И это необычная технология с интересной историей, о которой я хочу вам сегодня рассказать. Но для понимания материала давайте сначала проследим, какой путь прошел Синий Ёж до выпуска этого картриджа. Да и когда еще мне представится такая возможность. Извините, что я вас заглушил, блядь. Да ты сейчас... Дебилушка, силыч просто. Не занималась продажей собственных игровых консолей на Западе. Дальше. Каптайн Валентин. Стонка, производитель игрушек. На тот момент они вообще старались всячески... Кто это? Понятное. Не надо, скорее, лучше трансляцию использовать. Где? Где лицо-то его? Лицо покажи, чувак. Ты где? Ну, 4 года назад, понятно. Ладно. Да, просто новые. А где? Так. Но если он не показывает лицо, значит тогда хрен с ним. Похоже, на смолпеть. Нахрен с ним. 25 карт. Ну давно, давно. Не. Нахрен. Пока не двигается. Идем дальше. Реборн. Вот Реборн только что был. Вот Реборн. Опять что ли его рисовать? Конечно нет. Я думаю, это наглость будет, если два раза подряд одного и того же чувака рисовать. Не, ну нафиг дальше. Зак! Зак! Не знаю, зачем нам Зак? Кто по ГТАшку что за вас? Ладно, вот так. Он хотя бы кривее уже показал свое лицо. И кому можно, в принципе, да? Популярное. А, нет. Не, последний видос, где он показал свое лицо. Вот. Ни хрена себе, один час. Все еще качается. Лайк. Кстати, моя любимая кола называется Classic Cola. Решил ее сейчас попить, пока что она была у меня в холодильнике. А не, лица-то нету! А я лайк поставил. Я лайк-то поставил, что-то не знаю зачем. О, вот так вот. Во! Привет, ребят, меня все по-прежнему зовут Зак. Давненько мы с вами не виделись на этом канале, по крайней мере. Потому что я его забросил уже как год назад. Я как бы снимаю видео на второй канал. Потому что там я снимаю, что хочу. А здесь от меня аудитория ждет только Сан Андреса. А я устал от Сан Андреса. И поэтому я снимаю только на второй канал, а этот у меня как бы в заморозке, он заброшен. Временно, может быть, когда-нибудь я вернусь. Ну! И буду снимать Сан Андреас, как и раньше. Но пока что неизвестно, когда и вообще будет ли это когда-нибудь. В любом случае, сегодня 26 марта. У меня 23 марта. Да не Зак! А это значит, что сегодня уже прошло 6 лет с момента, как я начал снимать Сан Андреас. Зак Кинг! Зач Кинг! Зач! Зачка! Хочу в жопу! У канала день рождения будет 5 апреля. На самом деле, только что я уже пытался записать ролик, в котором, как бы получается, хотел реагировать на свои самые первые видео по GTA San Andreas, но получилось так, что этот ролик больше похож на просто истории создания канала, всякие воспоминания из прошлого,
Я там целых 30 минут просто тараторил на веб-камеру. Вспоминаю прошлое из 2017-го, когда я только создавал канал, и даже, на самом деле, не только из 2017-го, а из 2014-го как раз-таки, когда я только создавал канал. Потому что я создал канал не в 2017-м, а в 2014-м. Но я и 17-й год вспоминал, когда я впервые начал снимать видосики по GTA San Andreas. Да блин! Это было круто, это было классно, хайп, все такое. И, в общем, я только что записал этот видос, но на самом деле думал, что буду реагировать на свои самые первые видео по Сан-Андреасу. Но видос затянулся, и я решил, что выложу его на день рождения канала 5 апреля. Сейчас же я продолжаю. А как я это сделаю, а? Начинаю. Ребят, прошло ровно 6 лет с момента публикации самого первого видео по GTA San Andreas. Но он видос открывает! За эти 6 лет. Понятное дело, что я целый год уже... Как бы не снимаю Сан Андреаску, да? Уже почти нет, ребят, меня... Пауза! Но еще не целый год, там как бы последний видос по Сан Андреаске был 9 месяцев назад. Но это все равно до хрена. Как избавляешься? Это все равно до хрена, и ближайшие 3 месяца я не планирую Сан Андреаску снимать. Как? Сейчас, поэтому можно сказать, что как бы год уже прошел. Из... То, что я Сан Андреаску снимал всего 5 лет. С 2017 по 22 год. Ю. Уже в 23 году я ее не снимаю, и снимаю. Из... Вряд ли буду, но посмотрим, может даже если что-то и буду выкладывать, то что-то не многочислено, буквально 1-2 видосика, 3 видосика. Так, как раньше, уже не будет, что я каждый день снимаю Сан Андреас, или там через день пускай даже, раньше уже не будет. Но, знаете что, сегодня мы будем смотреть мои самые первые видео, вот в честь юбилея, так сказать. Я целых 5 лет снимал Сан Андреас, а если бы я продолжил ее снимать и в 22 году по сей день, то было бы уже 6 лет. Но канал был заброшен, поэтому я 5 лет снимал Сан Андреас. И сегодня мы посмотрим на мои самые первые видео. Ctrl-C. Так сказать, поностальгируем. Ctrl-V. А немножко в 2017-й. Вау, это было так давно. Если сейчас сработает, тогда сохраню этот стрим тоже. Давайте вот оценим самые первые мои видосики. Это... Они, кстати, не длинные, но вот этого. Они очень короткие. Я их уже давно не смотрел, давно не пересматривал. Хоть тут и написано, что я все смотрел, но на самом деле я давно это все не видел. Мне реально любопытно, каким я был раньше и... Да, красная полоска, он все это смотрел. Я сейчас очень много роликов открыл, 16 вкладок. Нет, мы столько, конечно, не посмотрим. Хотя, что считать-то? 4. Можно было даже не считать. Последний видос, что будет, если скрыть ногу Гарри, да? О! Да, это он сам. Давайте заценим их, ребят. Сегодняшний ролик просто посвящен моим самым первым видосам по Сан Андреаске. 5 лет я ее снимал, а 6 лет назад только начинал, получается. Сохранить. И вот год уже не снимаю, потому что... Ctrl-V. Потому что я сейчас... Макс, бляха! Но обо всем об этом я подробно расскажу в видосе, который выйдет на день. Какой Макс Зак? Сейчас не буду повторяться. Не Зак, Макс Зак. Давайте посмотрим мои самые первые ролики по Сан Андреаске. Давайте посмотрим на дату, чтобы вы убедились, что этот ролик вышел 6 лет тому назад. Вау. 26 марта 2017 года. Ctrl-C. 6 лет прошло. Мне сейчас 22 года. Тогда мне было 16. Смотрим. Всем привет, ребят, с вами я, Зак, и сегодня это у нас эксперименты в GTA San Andreas, да, в общем, первая часть. Вы наверняка, ребята, сейчас... О, смотри, сколько выиграл. Нет, почему он так? Почему он нельзя по-другому? В игре, которая вышла в 2005 году, ну, где-то в 2004-2005. Сколько я сам делал, что ты делал? Пока в 2004 она вообще в принципе... Моё. Впервые на PlayStation. Ну, я не знаю, на какую плойку там... Пальц. Заклад. Забыл. И что это за эксперименты нахрен? Что за эксперименты нахрен? Что же это такое? Превьюс. С Ютуба. Если вы не в курсах, то перейдите на мой канал и посмотрите предыдущее видео, а именно подкаст. Допустим. Я бы так и сделал, друг, но и ты его удалил. В общем-то, в этом подкасте я как раз-таки все подробно и объясняю, в общем, что будет с каналом в дальнейшем. Да, кстати, хороший был подкаст, на самом деле, я помню, я его смотрел когда-то там, в 2021, может быть, году, перед тем, как решил его удалить. Хрена! Капец, ну, ничему жизнь не научила, да? Не надо удалять старые ролики. Можно их скрыть, но не надо их удалять, ну, хотя бы ради ностальгии, да пускай они там будут, ну, в закрытом доступе. Хотя бы ради вот таких моментов, чтобы потом, я не знаю, какой-то эксклюзивный контент посмотреть, показать вам. Жаль, что я их удалил, но смотрим дальше. То есть удалил свои самые первые видосы, удалил все видосы по Майнкрафту, вообще все удалил. Это действительно самые первые и один из... У меня тоже были первые видосы, только правда я их еще... Ютубом не начал заниматься,
с такой мыльницу Nokia C2. Да, 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 да. 720p. А, но зато 60 FPS. А, стоп, погодите. Да. Да. Похрен, все равно вот так вот сделаю. Себе позволить, нифига себе. Правда, они не очень-то качественные. Нет, я могу, конечно, и сейчас позволить себе 60 FPS, но как бы будут плавные 60 FPS, но камера, по-моему, будет отставать, насколько я помню. Крит. Поэтому я и не снимаю. Веб-камера будет отставать от картинки в игре, получается. Ладно, в общем, в сегодняшней первой серии я, естественно, буду ставить эксперимент над самой-самой первой миссией, а именно на той самой миссии, где... Ты уж, друг, ну, перелистываем уже к самому интересному. О, нифига, куда CG играл. А в чём? Да, я куда уезжает машина балансов? На которой нам нужно удирать от машины балансов. Как видите, машины балансов нигде нет. Смотрите внимательно. Так он себе поправит, типа, балансов, правильно говорить, не балансов. Смотрите внимательно. И вот она. Давай же, стой! Из ниоткуда. Первое, что не выёживайся. Что будет, если, допустим, мы сначала собака уедем от этой тачки далеко-далеко-далеко, а потом... Ну, бывает. Я тоже так записываю, блядь, чел. Чё ты саму себя докопался-то? Короче, посмотрим, куда эта машина вообще направляется. Короче. Сидим за ней. Первый такой маленький эксперимент. Да. 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 Начинаю. Ближе к сути, ближе к делу. Люди орут. Окей, сейчас типа Свит должен отвлечь эту тачку и... Но потом она все равно штыпэкнется. Последний раз и я закрываю, закидываю заново. Я вам это продемонстрирую, то есть мы будем просто поворачиваться, отворачиваться, она только была там, отвернемся, ее уже там не будет, она уже будет в другой месте. Ну почему девка-то? Зачем девку-то рисовать? Ёперный это балет. Еще давай. Ну же узики! Какой девушки? Узики, да и... Ладно, он... Где наши ребята? Он любит менять пол. Он любит менять пол девушкам. Да. Еще можно, кстати, на девушку, вы поняли. Кого-нибудь из наших тиммейтов. Да. Тиммейтов. Она появилась, смотрите, отворачиваемся. Она еще там. О, ну, она же там была. Видели? Она же была там. Какого хрена она делает здесь? Ну, короче, о, лол. Вот это лол. Короче, вы, думаю... Лол. Я уже это слово 100 лет не слышал. Да. Просто всегда лол. Вот что она делает здесь? Все, она, по идее, уже... Все, что ли? Ну, непонятно. Сейчас еще раз R, B закидываем. Уже не будет. А, нет, стоп. Нет, она здесь. Все, она завернула, и все, ей уже насрать на нас. И, в общем, а нам как раз-таки на нее уже не насрать. Все, теперь наша очередь следить за этой тачкой. Смотрите, балансы уже не стреляют. А, нет, стоп. Стреляют все-таки. Все-таки я поторопился с выводами. Они все равно стреляют у нас. То есть, по крайней мере, целятся. Но, как видите, она уже за нами не едет. Она уже едет от нас, наоборот, таки. Окей. Я, наверное, таки все это буду вырезать. Все это дело, как я буду следить за ней. И велика вероятность, что эта тачка будет просто ездить по городу в рандомных местах. Но я все равно хочу проверить. По кругу, по-моему, там. Короче, ребят, да. Эта тачка тупо нарезает круги. Да. Она приехала оттуда. Эта тачка просто вот так... тупо нарезает круги. И, в принципе, эти выводы я сделал уже на 5-й минуте. Но ролик завершил еще через минут 15. Вот тут вот, по-моему, было самое интересное, насколько я помню. Давайте посмотрим. Что-то тут было, я помню. Ну, им, ну вот это копы, конечно, пошли. Ему лишь бы нажраться пончиков и все. Пожарники здесь уже, блин, ну капец, где эти копы сраные? Так, у нас уже аж целых 2 звездочки. О, нифига, копы тут как тут, просто моментально, лол, только что здесь не было. Ну, допустим, наша тачка закрыта, посмотрим, что он будет делать. Лошара. Лохавичус! Опоссум чешуйчатый! Лол, они стреляют. Вот это, конечно, неожиданно. Но они как бы косы, поэтому у нас ранее. Короче, вдруг внезапно у меня кончилась память в компе. Да, мне пришлось, короче, удалить ролик один, который 25 гигов весит. И, короче, продолжаем запись. Так, а здесь сейчас был очень угарный момент. Так, блин. Так, ради этого угарного момента я и... Смотрю этот видос. Показывай! Жали. Куда пошел, чувак? Короче, здесь был сейчас очень угарный момент, но, к сожалению, это не записалось. Последний раз! Ну, это был реально очень угарный момент. Сейчас уже такое, наверное, не повторить. Ну, короче... Короче, да, мы все поняли. Это полная жопа. Окей, ребят, давайте заценим второй видос. Ладно, хрен с ним! О, не заебал!
пересматриваю чаще всего. Ла. Давайте посмотрим, что там зрители пересматривают чаще всего. И вообще, что с качеством? Оно тут везде такое, 720p это максимум. Самый просматриваемый момент этого ролика, это начало. Ну сейчас мы посмотрим. Так, и... Зло. Что? Да, мало. Ладно, продолжаем. Всем привет. Сколько времени? И сегодня у нас... 45 минут максимум, так что все, давайте добиваем. Калис 1507, не знаю, кто это, ну посмотрим сейчас. Именно с этого. Да, GTA San Andreas. Короче, GTA San Andreas. 2000. Не. Она же не показывает свое имя. Или показывает имя. Лицо. Не, в жопу, давайте дальше. Давайте дальше, 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 дальше. Крок. Крок. А, Крок, это этот. Этот, кто он, скажите, не подсказывает, я сейчас сам скажу этот. Ну этот. Сеня! Сеня. Крок Сеня. Да. Популярный. Естественно, мы берем что? Правильно, Том, мать его, Джерри. Так, на, какую же лучшую версию? Вот. Первая серия, да. Ха? Всем привет, дорогие друзья, с наступившим вас 2000. Ну, скажи, сегодня на... Пашка, блядь, одет как мороз дед. Ебанутый, блядь, что ли? Реакции. Чё не оставил-то? Ебил! Первая серия, думаю, чё я постоянно закрываю? Я просто рефлекторно закрываю, даже не замечаю на это. Просто не как ютубер. Каждому уровень блогинга докатится до реакции, тем более на Том и Джерри. Знаешь, это интересно посмотреть, когда ты смотрел их в детстве и понимал один смысл, а сейчас ладно. Возраст. Да, я вообще нихуя не понимал. Смысл я вот буду сейчас понимать и знать, что там, блядь, к чему. Да, похайпим, блядь, на метро Голденмайер, они, думаю, не против, блядь. Ну, погнали, чё. Ну, давай, Сеня. Лев злой, блядь. В жопу. Кстати, по-моему, вот эта вот заставка, лев для съемок, они, блядь, это... Ну, прям настоящего льва снимали вот на эту превьюшку. Снимали настоящего льва, ебались долго, блядь, советую. Да, на хромакее, там, залапали. Пусть покажут. Первая серия, доигравшийся котик. Котик! Превьюшка заебатись. Да, превьюшка сейчас заебатись. Ну, блять, вообще для тех, кто похуенно отсел. Ты помнишь, ты мне как-то говорил, что ты считаешь, что здесь ёбок Джерри, а не Том? Полностью, да. Ну поначалу, блядь, кажется, что сейчас пока Том какую-то хуйню исполняет, дрочит мышелка, блядь. Вроде как безобидные игры. Вот он его сам языком вроде вытащил, но он же не хочет съесть. Он просто с ним играет, потому что ему скучно. Но он сытый. Зачем сытый, не знаю. Реакции, понимаешь, мы сейчас просто сидели, смотрели на кота. Ну, блядь, это охуенно, Котор сидел, что-то, блядь, он на таком азарте был, просто пиздец. Ну, к нему уж весело. И я так понял, типа, здесь он еще котенок, уродливый, Том, потом же он будет такой, блядь, да, красивый, блядь, приятный. Не такой, но мы будем в течение смотреть, короче, разбираться, что вообще с ним происходит, блядь, мутации какие-то нахуй. И его тут, насколько я помню, зовут не Том. Сейчас узнаем. Вот это было, блядь, больно для мышонка. Ну, он вышел, это опрыскал водички. Да, в реанимации, блядь. В реанимации. Кот знает, он бокс смотрел, блядь. Вот это было жестко. Его лицо, это... недалекого кота. Прикинь, три раза с разбега стену хуярится, блядь. Жестко. 100 тысяч лайков мы это делаем. Осознание, понимаю, что пиздец. Глоток смерти.
сука! А, блин, как ты смотреть на это было даже потом, больно. Просто представь, как тебе в глаз пальцем. С размахом. А, блядь, прям выдавить. Вот же, а, блядь. Вот этот один тычок глаз, он перекрывает все вот эти безобидные игры. Там хвостик его в небо подкинул, блядь. А что, давай 50 тысяч лайков, ты мне пальцем в глаз. Нет. Сколько? 50 тысяч лайков или сколько? А что, давай 50 тысяч лайков, ты мне пальцем в глаз. Нет. Нет. Я нет. 50 тысяч лайков? О, конечно, 100 тысяч это и лайк, а же рано. За безобидную шутку так и пиздюрится, блядь. Дом, кстати, не хлёвенький. Пиздец, Светку, пиздец, наводно. А ты подумай, Светку-то пиздец, дому тоже по голове сейчас прилетело, а вот этим вот цветком колонна упала, он разбилась, так сейчас же придет еще хозяйка и даст ему, точнее не даст ему еды. Блять, безобидные игры Тома по сравнению с поступком Джерри, я считаю, ну пиздец несопоставимо. Сейчас Том, блять, превращается в жертву, а Джерри в такого сучоночка маленького, блять. Джаспер. Какого-то хуя, да, его зовут Джаспер, блять. По съемкам. Еще! А может Том это именно нарицательное? Дешевая шуба. Я думал, скажи, дешевая шлюха, блядь. Нет, добрый детский мультик 40-х годов. Слушай, дешевая шуба тоже такое оскорбление, не слабенькое это, блядь. Он шерстяной. Сидит, сука, в подсвечнике. Довольный, да, да, разобьет. Я тебя сейчас нахуярю, блядь. Да, нахуй! Ни хера его там подсрачник. Как юла игрушка. Да реально видишь, как котенок и все, эти все движения невзрослого кота. Пиздец. Мне его жалко. Молодец, спас. Поймал. И довольный. Сейчас я вообще не слышу по-другому. Все, он злой теперь на Джерри. А этот залупается, блядь, смешно ему. Я думаю, ты тоже был злым, если бы тебя хотели из дома выгнать, чем не твой бы отхерачили. Лицо маньяка, блядь. Просто пиздец, как этот. Ну, точнее, Чикатило, наверное. Оба. Блять, а вкачанный мышь? Это в те года, блядь, еще, наверное, было уже шантаж и провокация, пиздец. Нет, ты представь-то, что мышь, которая вот так вот фужером трясет, но она явно подготовленная, в зал ходила. Уже не мышь. Кто ходил? Не, ну говорю, за эти безобидные приколы Джерри пиздец, он уже издевается. Том опиздюрился, хуй знает во сколько. Да блин! С кем он разговаривает? Сам с собой? Сама с собой, мысли вслух, блядь. Что за лука? Может поэтому ее лицо показали как один раз? Наверное. Не придумали, я думаю. Ну, пускай так будет, пускай девка, он насрать уже, задолбал. Ладно, последний раз. Что, последний раз? Не последний, не первый, не последний, не последний. Опа! Охуенно работает, блядь. А если бы он его голову разбил? Я хуй знаю, он так и хотел, походу. У меня стакан, блядь, жесткий. Потому что это мышь делает, и не смущали. Ну жалко уже котёнку, столько раз пизды получил, ну пиздец. Ты представь, на что тараканы способны в этом мире. Раз так он долго летит. Конечно, высота была. Слоумо, блядь. Супермен так не смог, нахуй. То ли дело. Таких представлений даже нет в цирке Дюсаль. Ох, пускай так было. Он же долбался. Оп. Оп. А сейчас что-то быстрее летят. Оп. Вот, так он бы мог классным официантом работать. Джаспер. Джаспер. Блядь. Это старая бабулина. Джаспер бариста, блядь. Да, вот никого бы мог работать, пиздец, нахуй. Под страхом выгнать нахуй из дома, стать бомжом, блядь. И, сука, многое сможешь, наверное. Тем более без еды. Вообще да. Печально. Без крова печально. Это он про запас типа оставил ходить, блядь, чтобы... Как? Страховка. Это называется, настал час икс, блядь. Вот он, решающий момент. Я начальник их, что вы... Блядь,
Вот! Пожалуйста, вот в самой первой серии он умеет разговаривать, Джерри умеет разговаривать. Уже в самой первой серии Джерри показал, что он умеет разговаривать. Вы уже поняли, чуваки, пока.